Не надо, не толкай меня, Ася. Не толкай меня. Скоро я куплю новую камеру и буду уже снимать на хорошие, на хорошего качества. Ась, ты видишь, что это калаш? Видишь, что это калаш? Можно потрогать? Ну, естественно, под стекло. Под стекло растет. Можешь перевести, если хочешь. Также вообще по-английски написано, видишь, вверху по-французски. Мое мнение, что современная фотография, она не является уже сама по себе чем-то уникальным. Если мы берем каждую в отдельности, как произведение искусства. Важна концепция, идея. Вот такой домик. Still a piece of art. But a house which is bad is no art. I remember some architects, people who build houses, say a house is a work of art. Or better, they say. Erwin Wurm. Museum de Photon. Возьмем книжку. Можно туда пойти? Да, иди, конечно. Можно, можно, иди, конечно. Вот, Ася, калаш, то, что мы с тобой клеим. Да, иди, пожалуйста, иди.
Видите, шасси, тут написано надписи на английском языке. Как объяснить ребенку значение этой фразы? Фантазируй о нигилизме. Как вы думаете? Мы находимся на выставке Эрвина Берна, который родился в 1954 году в Австралии. В музее фотографии в Париже. Своеобразный пиксель-арт, да, вся из фотографии. Вспомнила себе фраза. Женщину не обязательно понимать, достаточно ее любить и кормить вовремя. Так вот, я думаю, что фотографии достаточно просто любить. Не обязательно в этом что-то понимать и искать смысл. Бедная собачка, одели ей лапшу на голову. Какой-то смысл в этом есть, да, Сам? Свой тайный человек.